Подружки, привет! Скажи привет, подруги! Привет, подруги! У нас в доме начались какие-то мега-карантинные будни. Все меньше и меньше мы выходим из дома. И все больше и больше времени, соответственно, проводим внутри. Просто потому, что ситуация с ковидом в Санкт-Петербурге, в частности, где мы живем, все ухудшается, ухудшается. И поэтому мы самостоятельно принимаем решение самоизолироваться и больше времени проводить дома. Следовательно, у нас такой условный день сурка уже начался, когда каждый день одно и то же. В принципе, мы ограничиваемся выходами на площадку и прогулками на улице. Последний наш влог был шопингом, и это, собственно, была наша, наверное, последняя такая большая вылазка, когда мы позволили себе поехать в торговый центр, купить все, что необходимо, мелкому куртку, прочие вещи, и все. На этом мы закончили. Thanks. И сидим больше дома. Да? Сидим дома. А удержать тебя в кресле? Не надо, потому что я наконец-то созрела заняться нашей коляской. То есть ее разобрать, почистить, помыть все, что можно помыть, отправить в стирку летний капор и эту коляску утеплить, в корзину положить те вещи, которые нам нужны будут в зимние наши прогулки, для того, чтобы ребенку всегда было тепло, комфортно, и в случае, если мне понадобятся зимние аксессуары, чтобы я всегда могла иметь их под рукой. Ты, котенок, все это время будешь сидеть в стуле и не рыпаться, и не дергаться. Отправляю на тебя флюиды спокойствия. Ты уже спокойна. Спокойна, котенок. Кис, мама. Ням-ням-ням-ням-ням. Значит, коляска у нас. Так, вот наша с тобой мега-коляска. Я тут уже перевернула наш коврик. И, в общем, буду все дело своей чистки совершать на нем, его всяко легче почистить после всех этих мероприятий, нежели чем пол. Поэтому все будем делать на коврике. Ну, вот таким вот образом обычно в нашем доме припаркована наша коляска. Кто не знает, у нас Бугабу Фокс, и пользуемся этой коляской с большим-большим удовольствием. Так, первым делом снимаем прогулочный блок, нажимаем две кнопки и его снимаем. Так, и теперь нам нужно разложить саму коляску. Things. Давай, раскладывайся. Опа! Вот так это все дело выглядит. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно первым делом помыть, наверное, колеса, потому что все остальное можно сделать потом. I don't give a damn. I don't really care. About you and your problems. I don't give a damn. Talk way too much. I have heard enough about you and your problems. I don't give a damn. I don't give a damn. Feeling differently. You're making plans to get to France, but don't wanna face the fact that I ain't got time, I ain't got time, I ain't got time for that. Staying up late, sleeping all day, dreaming about Cadillacs. Buying new shoes, hanging by the pool, sipping on Coke and Jack. Calling my phone when you feel alone, but I'll never call you back. Cause I ain't got time, I ain't got time, I ain't got time for that. I don't give a damn. I don't really care about you and your problems. I don't give a damn. You talk way too much. I have heard enough about you and your problems. I don't give a damn. I don't give a damn. Giving you comfort. You say that I'm away so much, and now you don't feel the way you felt when we were younger. But that's okay for me. Cause I don't really care about
you and your problems, I don't give a damn. You talk way too much, I have heard enough. About you and your problems, I don't give a damn. I don't give a damn, damn, damn. I don't give a damn, damn. Закончено достаточно быстро у меня получилось, приблизительно минут 12, и коляска у меня чистенькая, новенькая. На самом деле могла бы отправить это сиденье также в стирку, если была бы необходимость, но несмотря на то, что пользовались мы с июня этим сиденьем, и я его чистила, по-моему, всего лишь раз, оно в очень хорошем состоянии. Все, что было необходимо, просто почистить сиденье тряпочкой, средством, и все. Оно прям чистенькое, новенькое, как будто бы только что из магазина. Ровно так же, как и шасси. Я вот сейчас почистила и шасси, и колеса, и понимаю, что вот эта черная коляска и ее цвет, он очень даже устойчивый. То есть здесь минимум царапин, минимум каких-то повреждений, и в целом коляска смотрится как новенькая. Единственное, что мне бросается в глаза, это вот это место, где у меня встает вот так вот подстаканник для моей чашки кофе. Каждый раз, когда я подстаканник надеваю и снимаю, получается, что он царапает вот эту среднюю красивую часть моей ручки, и она без этого подстаканника смотрится, ну, немного неопрятно и вот такая вот зашарпанная. Ну, ничего не поделаешь, я так понимаю, что это все-таки данность того, что ты коляской часто пользуешься, используешь аксессуары, и все-таки такие царапки, они, конечно же, на ней появятся. А все остальное, на самом деле, смотрится очень даже хорошо. И покрытие, и кожа, и белые детали. Все без каких-то супер царапин или повреждений. В таких местах, где у нас идут стыки, есть пластиковые детали, которые немного поцарапаны, но с учетом того, что коляска все время швыряется в багажник, это, мне кажется, нормально. Также обращаю внимание на вот эти глянцевые детали моих колес. Очень даже красиво они смотрятся, ничего не поцарапано, все опрятно, красиво. Вот прям, ну здорово. Я очень-очень довольна, учитывая, что этой коляской мы пользуемся очень-очень активно. Особенно обращая внимание на места, где ребенок все время ботинками топчется и бьется, то здесь все смотрится действительно очень классно. И вот для нашего зимнего варианта коляски у меня есть вот такой вот серый капор. Он из более плотного материала, чем летний. И эта вот штука продуваться не будет. И также она ребенка защитит от влаги, от снега, от дождя. Насколько это возможно, вот, по крайней мере, пока я одеваю дождевик, вот такая вот штука нам сильно поможет. Я беру вот эти пластиковые детали нашего летнего капора и очень легко вдеваю их в зимний. Любой другой капор, его можно закрыть частично, а можно использовать молнию, ее открыть и этот капор закрыть вот прям полностью. Если ребенок в коляске у меня уснет, то он сможет спокойно, комфортно спать и ничто не будет ему мешать. Еще одна крутая штука, которая мне пригодится в моей зимней коляске, это вот такой вот мешочек от Элоди. Угадайте, что здесь внутри? Подумайте, спальный мешок? Нет, не спальный мешок. Это намного-намного круче. Это конверт в коляску. Причем, это конверт, наполнитель которого пух-перо, и он складывается вот в такой вот маленький мешочек, и очень легко этот конверт можно поместить в корзину коляски, если не пользоваться им постоянно. Мой малыш, естественно, уже старше, чем новорожденный. Ему 1 год и 7, и в принципе в таком возрасте, ну, ты не часто, наверное, будешь пользоваться конвертами, но я знаю, что если вдруг у нас случится какое-то, не знаю, там, недоразумение во время прогулки, и мне понадобится воспользоваться конвертом, ну, например, ребенок упал в какую-то мега-лужу, сильно промок, и вот в экстренном виде нужно ребенка быстро поместить в тепло. Вот у меня в моей коляске есть вот такой вот конверт, который теплый и зимний, для холодного времени года. То же самое время, он очень тоненький, очень комфортный, и его легко взять с собой, и можно ребенка быстро-быстро поместить в тепло. Здесь сзади есть специальная
крепление для коляски, чтобы эта красота не съезжала, то есть этот конверт можно зацепить за верх спинки, и он будет держаться очень хорошо и стабильно на коляске. Конверт этот универсальный, он предназначен для колясок с пятиточными ремнями. И также я смогу им пользоваться в качестве такого хорошего утепления сидения моей коляски. Снимаю вот эту верхнюю часть, ее просто сворачиваю. Она вот так вот убирается. Еще меньше места занимает, чем весь конверт. И, в принципе, вот эту штуку можно убрать в мешочек и вернуть обратно в корзину моей коляски. И оставить на коляске только лишь вот эту красоту. Ну вот, я продела ремни и могу спокойно сейчас оставить эту нижнюю часть конверта как хороший такой утеплитель для сидения моей коляски в очень холодное время года. Причем внизу здесь остается место для грязной обуви ребенка, хотя этот материал, он отталкивает грязь, отталкивает влагу, и даже грязные ботинки ребенка этот конверт не убьет, его спокойно можно будет почистить, а как только грязь на этом конверте высыхает, либо отправить в стирку. В общем, никаких сложностей с чисткой этого конверта нет. В конце концов, если сильно хочется, можно на ребенка постарше одеть бахилы. И тогда быть уверенной, что конверт останется чистый, и не нужно будет его лишний раз стирать. А качество пуха пера этого конверта, оно проверено и одобрено. ИДФЛ – это ведущая в мире лаборатория пуха пера. Заказала этот конверт в сети Mint Green, решила сделать вот такой вот светлый, красивый акцент на нашей темной коляске. Помните наш рюкзак? Смотрите, что у нас к рюкзаку. Вот такая вот круть. Это дождевик, который я тоже решила попробовать в комплекте с нашей коляской. Особенно, когда мы еще купим вторую прогулочную. Мне действительно в корзине нужен будет второй дождевик. Здесь-то у меня еще оригинальный от Бугабу. Но вот такая вот красота от Оладьи, она явно лишней не будет. Вот такой вот безумно красивый крутой дождевик, который нам прям в тему к нашему рюкзаку. У нас еще шапочка такая есть, слюнявчик такой есть. Короче, котенок, ты прям на стиле у меня будешь. Давай попробуем оденем. Очень круто, что все эти аксессуары у нас универсальные. То есть их можно одевать на разные коляски, разные бренды, миксовать между собой с другими компаниями. В принципе, это все дело всегда будет смотреться круто. И можно свою коляску, если она особенно немного поднадоела, ее немного освежить. И здесь, конечно же, помогает сильно смена сезона, потому что ты можешь развлекаться как тебе угодно. И действительно свою коляску сделать как новенькую. При помощи капора, при помощи конверта, при помощи нового дождевика, разных цветов. И смотрится это все очень-очень круто вместе. Опускаю капор вот так вот. И надеваю на него дождевик. Вот такая вот красота получается. Давай-ка сзади покажи. Что очень здорово, мне нравится, что здесь закрывается прям вся спина. Поскольку, например, в Санкт-Петербурге, когда ветер, дождь и все остальное, это все льет и дует со всех абсолютно сторон. И спина здесь тоже будет защищена. Здесь мы можем еще открыть, если есть необходимость. Прикольно. Так, и спереди. Ну, такая вот штука, окошко, которое можно закрыть. Окошко можно оставить, очевидно, открытым. Здесь также, если есть необходимость ребенка достать из коляски в дождь, можно это сделать, не снимая дождевик. Ну и, в принципе, вот так это все красиво смотрится. Экс, давай-ка, котенок. Ну, класс. Давай попробуем так. Мы тебя цепляем. Допустим, что на улице начинается ветер, начинается дождь, сильно холодно. Ты в конверте. Так, сиди. Тыпс. Так. Поднимаем чуть-чуть капор. Да. И одеваем. Смотри. Ку-ку. Эй, ку-ку. Котенок, давай. Вылазь. Ну, в общем и целом, история понятна. В общем, дождевик, он классный, очень просторный, большой. Места тут очень много. Я думаю, что на любую коляску он действительно подойдет. Да, котенок? На любого малыша. Давай, беги. И также с точки зрения оттенков он очень-очень круто подходит к моему конверту. Да и в целом с черной коляской смотрится очень-очень красиво. Круто, отлично. Будет у нас второй дождевик, который, как я уже сказала, смогу пользовать либо с нашей Fox, когда мне этого захочется. Ну, в общем, когда захочется сильно перемена чего-то новенького. Но в качестве стандарта у меня, конечно же, наш оригинальный дождевик от Бугабу отправляется в мою корзину. Также у меня в коляске здесь есть многоразовый матик. Если есть необходимость ребенка переодеть, его можно легко при помощи влажной салфетки протереть, и все. И это дело все отправляется обратно в мою корзину. Так, также корзину
наш новый конверт «Ладьи». Ну и, в принципе, еще какие-то мелочи, игрушки сюда легко поместятся. Так, и последний аксессуар, без которого моя коляска ни летом, ни зимой существовать не может, это вот этот бесподобный органайзер от того же Бугабу. Его обычно я цепляю либо на спинку коляски, либо на ручку. Но в зимний период, когда осадков много в виде снега и дождя, я все-таки предпочитаю эту сумку цеплять на спинку, чтобы дождевик ее также защищал и закрывал. Поскольку мне не нужно, чтобы она промокла. Дождевик кладу в рюкзак. Кстати, ссылки все оставлю в описании видеоролика, чтобы вы могли найти эти классные штуки. Рюкзак сюда. Можно еще вкусняшки и игрушки добавить. И все. Коляска намыта, утеплена. Готова к зимнему периоду. И мне кажется, вот в этом сезоне, когда в Санкт-Петербурге ужасно холодная и исключительно неприятная погода, ребенок в этой коляске будет прям в тепле, в уюте, в комфорте и защищен. Так что ура, товарищи, мы с этим всем делом и с этой красотой справились. Так, что у нас сегодня еще? Еще у меня пришла посылка от Умницы. Смотрите, какая классная штука у меня пришла. Коробка. Вроде бы, ладно, что тут такого? Обычная коробка. Но на самом деле коробка необычная. У Умницы были проблемы с упаковкой. И многие люди, которые приобрели комплекты Умницы, они получили эти комплекты в рваной коробке. Мы, собственно, в том числе. И сейчас Умница объявила о том, что упаковки заменят бесплатно, пришлют новые коробки, чтобы комплекты по обучению и развитию малыша можно было хранить вот очень комфортно в коробках, и это все по дому не было разбросано. У нас здесь Skylark. Комплекты по обучению малыша английскому языку. Первым делом в коробку помещаю игровое поле. Потом у нас сюда заходят карточки. Вот такие вот классные карточки. Ну, я, мне кажется, уже показывала много раз. В любом случае, будем с малышом заниматься, покажу. Потом книга для родителей. Это, кстати говоря, использует комплект. Очень-очень важная часть этого комплекта, поскольку она дает родителю огромное количество идей, как с ребенком заниматься и как каждое занятие сделать интересным. Так, потом книжечки самого ребенка для обучения. Так, складываю по уровням. Желтый самый легкий, зеленый и голубой. По-моему, голубой второй и зеленый самый сложный. Так, здесь у меня мои пароли, явки. Ну и все, осталось только нашего Skylark найти. И вот так вот в коробку это все можно круто поместить. И не бояться за то, что все наши красивые книги и карточки, они будут разбросаны, уничтожены нашим малышом. Вот такая вот круть. Спасибо, Умница, что прислали. Супер. Wait. Books. We will take books a little bit later, but for now we're going to start with... Look! With our beautiful play mat. Look, my love. Look, we do. Let's put it out and let's see what we have here. Wow, Remy, would you take a look at that? What do you see here? Let's see. Wow, what do you see? What is that? That's a giraffe. That's a doll. This is a doll. Yes, that's a bib. Use your bib to protect your clothes from your food. This is pizza. Something that you are not allowed to have yet, right? What do you see? That's a truck. That's right. It's a truck. And in England, it's called a lorry, right? Brrr. Truck goes brrr, right? What else do you see here? Let's take some cards and try to find the same objects here. Can you find a spoon here on a board? This one? Is that a spoon? That's a spoon. Look, now you have two spoons. One for breakfast, one for lunch, right? Look. Yeah, that's a seesaw. You have them on the playground. Look. Is that a truck? That's a truck, or you call it a lorry. And there's one on the board. You have two now. That's right, it goes brrrm, brrrm. Do you know how the train goes? Train goes choo-choo, choo-choo. Yeah, that's a train. Choo-choo! Okay, you give me the train, I'll give you the boat. That's a boat, it goes on a river. Yeah? A boat. Let's try and find it here. Do we see it? No? What else do we have there? Oh, look, there's a boat, I found it. Look, Remy,
Amy, look, there's another boat. See? One, two. What color the boat is? It's blue. See? Two blue boats. Let's read a book. This book is called Seven Little Toys. Yeah? It's about the toys that were in a store. Seven little toys all want to play. Who will be taken home today? The rattle and the car. See, the little boy is playing with the rattle and the girl wants a pink car. Yes, she wants a pink car. Five little toys all want to play. Who will be taken home today? The ball and the blocks. See, the little girl is playing with the blocks and that boy, he really likes the blue ball with yellow stars. Three little toys all want to play. Who will be taken home today? The doll and the book. Look, the girl likes the doll and the little boy, he's reading a book just like you are right now. Poor little Teddy just wants to play. Will anyone take him home today? Hooray! Now Teddy has someone to play with. See, another girl came in the shop and she chose Teddy. Isn't that nice? That's very nice. You too have Teddy, right? So what do we have here? We have a toy, a doll, Teddy. That's a teddy bear. That's right, that's what he says. A car. How does the car go? That's how car goes. Blue ball, a book, block, and a rattle, right? That's right. Так, ну мне кажется, мой англичанин сильно готов к своему дневному сну. Уже так спокойненько прилег, книжечку читает и, в общем, расслабляется. Да, котенок, давай, пойдем спать? Давай, пойдем спать. Сегодня мы много-много чего с тобой сделали. Почистили коляску, переодели ее, да? Получили нашу классную коробку от умницы. Сейчас все с тобой сложим и пойдем с патушки. Ладно, подружки, на этом, наверное, закончим наш влог на сегодня. Буду укладывать малыша. Увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. Ну, а мы отправляемся спать.